По поводу обрезки глицинии. Она любит обрезку так же, как и виноград. Вот, допустим, смотрите, раз, два, три почка обрезала, потом опять раз, два, три почка обрезала. Видите, идет цветонос. Потом опять, ну, здесь побольше у меня получилось почему-то, но не важно. И вот идет цветонос. Потом опять раз, два, три, опять идет цветоносы. То есть на три почки обрезать каждый раз. Я обрезаю все лето по зеленым побегам. Вот он сейчас вот так подойду с секатором и отрежу. Раз, два, три, раз отрежу. И отсюда начнет ветвиться. То есть на каком уровне вы пускаете лиану вверх, обрезаете и с тех мест начинаете вот так на три почки обрезать. То есть какие-то сухие удаляем. Вот, допустим, вот здесь, видите, раз, на три почки было обрезано. Тоже пошел цветонос. Здесь на три почки, раз, цветонос пошел. То есть она любит обрезку на три почки. То есть вот, три почки, три почки, три почки. И вот из этих сегментов идет потом цветонос. Но смотрите, у меня 2 года подряд вымерзали почки. Было обледенение, и цветочные почки замерзали. Она не цвела.